граждане украинцы призывают, ну, они, конечно, не настоящие украинцы, это люди, живущие на территории Российской Федерации, думающие, что они украинцы. А на самом деле украинцы — это человек, который сейчас на фронте убивает других людей за то, чтобы, ну, у них была своя страна, свое государство. Они же не знают, что, как образуется государство. Они образуются с помощью трупов. А другого способа образования государства мы не знаем. Эти наивные люди, ну, советские, ультрасоветские люди, они надеются, что можно чем-то удивить нас, людей, прошедших перестройку, дефолты, там, это птичий грипп. Ну, теперь, скажем так, становление их нации. Ну, это очень хорошо. Идет перебранка между русскими и советскими и русскими и украинскими. Одни из них заявляют, что те ставят за деньги. Ну, я не думаю, что они за деньги ставят. А другие призывают их встать рядом с ними, потому что чтобы получить деньги. Ну, это элементарная подколка, такая детская. Мы в интернете уже давно такими не пользуемся. Это в начале 90-х таким использовали. 15-рублевки, 85-рублевки. Это детский сад. Ну вот, посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что ничего не будет.